мимо аптек я уже не могу пройти. Еще одна аптека в нашем городе. Понимаете, для чего столько аптек? Наверное, не понимаете. Самый доходный бизнес – это аптечный. А, еще есть один – ритуальные услуги. Тоже очень доходный бизнес. Вот, в основном, люди и стараются туда попасть. Вот еще одна пятерочка. Вот здесь есть хорошая одна парикмахерская. Я как раньше сюда ходил, так и сейчас хожу. Вот сейчас будет перекресток. Это Гоголь и Матросова. С этой стороны опять магазинчики разные, разнообразные. И вот здесь подойдем ближе, раз уже пришли сюда, видите, парикмахерская. Вот она, парикмахерская. Парикмахерская. Так, как она называется? Давайте ближе посмотрим. Вот она. Парикмахерская «Шоколад». Вот так.